Какая сила, гармония, а как слушают. Почти весь наш личный состав. Хорошо, что мы стали часто ходить на концерты. Это нас объединяет, приобщает к великой культуре. Мне, замполиту, часто приходится повторять, человек должен быть гармонично развит. Но как достичь гармонии? Когда я провожу совещание руководящего состава, еще раз напоминаю о требованиях 25-го съезда партии. Воспитатель прежде всего сам должен быть воспитан. Только тогда он может требовать от своих подчиненных безукоризненной четкости. Нельзя быть снисходительным даже к небольшим нарушениям служебной дисциплины. Как всегда, я стремлюсь широко довести до сведения руководящего состава не только важнейшие события в нашей стране, но и те мероприятия, которые надо провести в свете этих событий. Напоминаю о центральном вопросе воспитания, о политических занятиях. Посещать их должны все. Руководитель должен знать политико-моральное состояние своего коллектива. Воспитание человека будет действенным, если оно носит непрерывный и комплексный характер. Организатор этого процесса – замполит. Когда я впервые вручил дневники политико-воспитательной работы всему руководящему составу, некоторым показалось это простой формальностью. Однако это далеко не так. Знаю по собственному опыту, дневник приучает к порядку. Как слушают? Ведь далеко не сентиментальные люди. А какие? Хорошо ли я знаю каждого своего сотрудника, чтобы иметь моральное право воспитывать, чтобы доверить воспитание других людей? Необходима объективная характеристика, составленная по личным наблюдениям, по отзывам товарищей и членов семьи. Руководитель должен глубоко изучить индивидуальные черты характера каждого сотрудника. А иногда начальники подразделений понимают свою работу так. Допустим, подчиненный провинился, вызывают его, как говорится, на ковер, отчитывают, и все. Гораздо лучше, если сама собой возникает душевная беседа. Становятся ясными причины просчетов и дальнейшие действия. Приходят к нам новые сотрудники. Чаще всего это передовики производства. Рекомендуют их партийные и комсомольские организации. Да, идет омоложение кадров. Это естественно. Как
каким же ты будешь, новый товарищ? Начинающий работать в органах милиции обязан пройти специальный курс в школе первоначальной подготовки. Воспитание все основывается на личности воспитателя. Таких людей, как Владимир Иванович Хартюнов, в школе немало. Это добросовестные, знающие, политически грамотные преподаватели. Будущее нашей милиции – молодежь, образованная, знакомая с достижениями советской мировой культуры, науки и техники. Наша задача – помочь им стать активными борцами за коммунистические идеалы, квалифицированными специалистами охраны правопорядка. А для этого есть все возможности. Прежде всего, опыт воспитателей. Да и хорошо оборудованные кабинеты политико-воспитательной работы тоже значат немало. Необходимо наладить физическую подготовку сотрудников. Ведь она не только укрепляет здоровье, но и делает человека дисциплинированным. С физкультуры часто начинается товарищество. Замечательна эта традиция устраивать комнаты боевой славы. Сюда приходят и начинающие службу, и ветераны. Здесь, как сказал поэт, они узнают о тех, кто получает ордена и ранения пулевые в час, когда не слышна война. Здесь воспитывается верность революционным и боевым традициям старших поколений. Это как раз то, что требует 25-й съезд нашей партии. Может быть, именно здесь впервые появится у молодого человека чувство гордости за принадлежность к героической советской милиции. И близкими станут драгоценные реликвии. Поездки к памятным местам, они также имеют большое воспитательное значение. Однажды лейтенант предложил старшине поехать к его другу в один из подмосковных городов. В Пушкино он познакомил его с удивительной семьей Домбровских. Борис Конрадович Домбровский, герой огненных лет революции, увековечен в камне. Работал в органах и его сын Александр Борисович. Внук Сергей Александрович, капитан милиции. В такой семейной традиции заложен великий смысл. Сюда непременно должны приезжать наставники со своими воспитанниками. В нашей стране наставничество родилось в среде рабочего класса. Леонид Ильич Брежнев дал очень высокую оценку новому движению.
Мы утверждаем наставников из числа лучших передовых работников подразделений. А когда им в присутствии всего личного состава вручают удостоверение, это ко многому обязывает. Надо к этой работе привлекать людей с твердым решительным характером, исключительной человечностью, способных оказать на молодежь благотворное влияние. И в совет наставников рекомендовать инициативных творческих работников. Очень полезны и такие встречи. Молодые работники, награжденные знаком «Отличник милиции», и наши ветераны. Это мой актив, мои помощники. На таких встречах чаще всего речь идет о личном примере. А личный пример – великое дело. Воспитание примером. Ленинская комната есть в каждом отделе. Очень важно, какой она будет, ведь это центр идейно-политического воспитания личного состава. Здесь все напоминает о делах Ленина, о его соратниках. Здесь яснее становятся дорогие черты ленинского характера. Надо постоянно думать о новых формах воспитания. Даже иной раз простое дело может сыграть немалую роль. В одном из отделов каждый раз в день зарплаты работает книжный киоск. Можно купить книгу или редкую пластинку и для себя, и для семьи. День всегда много разговоров о литературе, искусстве. И домой приходить с такими покупками радостно. Надо и у себя это организовать. Приобретение книг сделать привычкой. Стало же потребностью для наших сотрудников систематическое посещение занятий в филиалах университетов культуры. Сколько у нас талантливых людей? Сколько прекрасных полотен создано ими. Такие выставки помогают узнать их духовный мир. Человек сухой, службист, а он вдруг, оказывается, может создать вот такое. Книги, университеты, художественные выставки – все это формы нравственного и эстетического воспитания. Все это практическое выполнение решений съезда партии.
А когда сами работники милиции становятся героями произведений профессиональных художников, это у нас рождает чувство гордости. Одна из любимых тем Андрея Александровича Страхова – портреты людей, посвятивших свою жизнь охране справедливости на земле. Каждым годом все больше молодежи приходит в нашу милицию. Сколько примеров, когда посланцы трудовых коллективов отлично несут службу и четко выполняют приказ о вежливом отношении к людям. О них приходят хорошие отзывы. Ими товарищи довольны. Может быть, самым значительным становится для молодых милиционеров отчет перед теми, кто доверил им охрану общественного порядка. Молодой человек говорит о том, что, провожая его на службу, люди не просто давали ему добрые напутствия, они дали свои рабочие наказы, определили его поведение, и он впредь будет отчитываться перед ними в своих делах и поступках. И это тоже имеет воспитательное значение. Жизнь людей, таков человек будущего. Словно о нем эта музыка. Как же велика роль воспитателей и какими безупречными они должны быть сами.